Вечерний Торонто вдали. Немножко видно огни, но, может быть, вы не будете все так красиво видеть, как мы видим. А, вот там, да. А? Вот это, да, я играла. Ой, гаш, ребята, неужели я пойду в озеро? Я же завтра не встану и не лягу. Идем. Холодно. Как ты так быстро вышла? С трудом. Какая вода теплая, удивительно даже. Я надеюсь, что мое очертание будет видно на фоне даунтауна. Да. Ну-ка, руками еще пошевели. Я никак не могу найти, где ты. Знаешь, здесь так темно, что я не могу найти тебя. Здесь я. Вот глазами я вижу. На краю озера. Хорошо как. Ну, Игорь в шляпе не похож, он вообще купался. Тут очень нарядно. Красотища. Исай пришел, как будто праздником повеяло у нас. Прошу всех поделиться своими впечатлениями. Надя. Не глядя, Надюха наша, хорошая деваха. Ой, как хорошо. Поделились своими впечатлениями. Надя, ты давно уже не купалась. Начинаешь сегодня новый сезон. Каково первый раз? Новую жизнь начинаю. Громче. Громче кому? Да ладно, я не умею вот эти все презентации делать. Каково сегодня купание? Как вода, как воздух? Вода пока что теплая и настроение хорошее. Оля, что сегодня было? Купание было изумительное. Вода теплая, как парное молоко, а воздух прозрачный, как хрусталь. Очень здорово. Ну, насчет воды ты немножко преувеличила. Все-таки до парного молока 10 градусов. Вода теплее. Все было прекрасно. Мы искупались хорошо. И природа нас обняла. Нас и как бы восстановила нас за целый год. И объяло наше тело, объяло нашу ауру, объяло все. И прямо аж, у меня нету слов. Да, и душу подняло наверх. Да, и душу подняло. Кинооператор, режиссер, сценарист. А ну как было сегодня купание? Купание было прекрасное. Особенно, когда купаешься с друзьями. Сразу же после выхода из воды настроение поднялось. Запели песни. И такого настроения хватит надолго. Сейчас мы пойдем в даунтаун Торонто и будем на чашку кофе. Сегодня ночью фестиваль белых ночей. И мы будем праздновать и белые ночи, и наше купание. Как ивановцы. И вообще как эту жизнь будем праздновать. Сейчас время выключай. Без пяти два ночи. Два часа уже. Без пяти два ночи. Вообще красный свет. Красный свет, Надя. Это Надя. Оля. Это Оля. После купания.
После купания чашечка кофе в ночном кафетерии. Как на вас камерой наехать? Сверху над красной нажми. Получила такая маленькая камера. Аминная пришла в виде камеры, да? Да. Вот и Сай. Ой, Сай, он Сай красивый. Ходи, Сяпа. Сай, хорошо. Медленно камера. О, да, бок, бок. О, класс. Смотри сюда, смотри. Класс. О, давай я тебе перешляю. Ой, хорошо. С косичками, как девочка. С косичками. Прямо? А то скучно было.